Земля рассветов наполнена множеством рас, культур и героев, удивительным образом уживающихся вместе. Ее история насчитывает множество столетий, и, как любое подобное место, Земля рассвета является неисчерпаемым кладезем захватывающих историй, одну из которых я вам сегодня и поведаю. Приветствую, друзья! С вами рубрика «Истории героев». И сегодня я расскажу вам о Хилосе, легендарном страже. Среди туманных гор в северных районах Земли Рассвета проживает древняя и таинственная раса кентавров, охраняющая фонтан, который находится на самой высокой вершине горы. Говорят, что этот фонтан способен даровать жизнь. Темные силы неустанно пытались завладеть силой, хранящейся в водах этого фонтана, но каждый раз им противостояли кентавры. Однако накопленная в бесконечных сражениях усталость истощала эту великую расу до тех пор, пока не появился он. Благодаря своей способности управлять магией природы, герой прогнал прочь врагов от фонтана жизни. После этого Хилос стал легендарным стражем в истории Земли Рассвета.